Всем привет, девочки и мальчики. У нас у Сережи сегодня выходной, и как всегда ему дома не сидится. У меня тоже сегодня получился выходной. На работу не пошла, пойду завтра до обеда. Такая погода была хорошая, все так нормальненько. Дела поделала. Потом к часу начали сгущаться. Стой, там же не видно ничего. Сгущаться тучи, и у меня опять начались головные боли, и у нас прошла гроза. Поэтому вчерашнее лето, оно вчера и закончилось. Вчера пришло и вчера ушло. Сейчас сидели, таблеток напилась. Сережа говорит, что давай съездим на дачу к родителям. Я говорю, ладно, давай съездим. Себя не показываю, потому что вид удручающий. Ничего не сделаешь. Когда что-то беспокоит, особо не хочется следить за собой. Хотела сказать там по последнему видео, там некоторых вытошнило. Когда я начала говорить за беженцев, я не понимаю, то ли вы глухие все там, то ли у вас проблемы. Несколько раз повторила, что я не обобщаю. Я говорила только о тех, кто стали такими крутыми ютуберами, убегали от беды в страну, которая их приняла, и теперь они срут эту страну. Я говорила только об этих. Я не говорила об всех. В принципе, не могу обобщать, потому что у меня родственники тоже приехали с Украины в эту страну. Поэтому и я всех не видела. Я говорила только о тех, которых я видела, которые вещают во всеуслышание. Так что не надо там варнакать сидеть, а то ее бедненькую стошнило. Слушать надо внимательней. Да, по брусчатке едем, как здесь трясти не будет. Сын у меня вот работает и учится вот в этой организации Херман. Еще год ему учиться, 2 года только отучился. Как поменялась погода? Как у меня реагирует организм на эту погоду? Это вообще что-то. И все. Все, Сережа, я старею. Пипец пришел. Раньше никогда такого не было, а сейчас, блин, малейшее этот изменение, все. Надо менять тебе. Еще кого менять? Жену меняй. Не. На кой тебе старая? Что будешь со старухой робить? Какая ты старуха? Якая бабуся, как ты, Поля, говорила, як я еще. Смотри, все сделано. Вот такие вот дела, делишки. Ну, правда, сейчас начинает под вечер проходить голова. А что сегодня такое движение? Что такое тут происходит? Тихонечко. Так. Сокел ясный. Направо, прямо. Схерали прямо. Просто. Ну давай. Че, забледился? А так. Покращать. Видишь, движение сегодня какое. Тут живут дачники. В основном русскоязычные. Ну, пару семей немцев. Сидит лягушка. Царевна. Ага.
жабистая. Ничего не боится. Здрасте. Вообще, блин, не шевелится. Уйди, а то тебя здесь задавят. Всем привет, девочки, мальчики. У нас сегодня выходной, у Сережи тоже. Выходной, слетала быстренько на работу. Прибежала, в душ сходила. Теперь надо ехать за продуктами, как всегда. Что это летает? Поедем за продуктами. Что-то у нас прям погода такая хорошая. Сначала одела шифоновый сарафан. Там чувствую, не потею. Потею. А одела такое платьишко, хэбэшечко. Чтоб не спотеть. Чтоб сало не плавилось. Съедем за продуктами. И, может быть, в обувной заедем. Я еще посмотрю себе какие-нибудь босоножечки. У меня нету. Еще спят почти люди. Я сегодня так долго спала. В 7 часов проснулась. Вчера вроде раньше легли. Просто уже замаялась вот этими головными болями. Отпустила немного и вырубилась. Даже мне снился сон. Сон, правда, нехороший. Но снилось. Встала в 7 часов. Думаю, ничего себе я даванула. На меня вообще это не похоже. Видать, организм утомился. Я не поняла, что закрыли вообще дорогу? Нет. Ремонтируют. Ремонтировают. Ну вот, короче, даже не знаю, чем будем сегодня заниматься. Окошко закрыть, потому что шум. Чего сегодня будем делать? Мне надо ванную помыть. Комнату я вчера так и не сделала, не дошел ход. Сегодня обязательно буду сделать. Я когда начинаю убираться, Сережа психует. Он не может, ему надо куда-то сходить, куда-то съездить. Трясешь ты меня, Сережа. Затарились, девочки. Знаете, чего купила? Крыжовник купила. Открой мешочек, я попробую. Да что ты мне дуешь там, ветер? Черешенку взяла. И взяла молодую капусту. Я обожаю молодую капусту. Салатик с ней сделать. Кисляк, наверное, да? Грязными руками. И чё? Больше грязи, шире морда. Ещё? Да подожди, я на пробу только. Господи. Ну так, ничего, мама. Пойдет. Взяли немножко мяско погрилить. Сейчас заходишь в цены раньше. Ой, сейчас это. Все по ойра, ойра. Сейчас уже все по 5. Все по 5 у нас. Так что. По мелочи. Туалетную бумагу. Ну, что на в жизни пожрать и туалетную бумагу. Все. На этом. Столько денег уходит в унитаз. Просто. Смотрите, какие взяла рожки. Итальянские. Такие еще не видела. Сережа опять арбуз взял. Говорю, выбирай маленький и с большой жопкой. Нет, он взял с маленькой жопкой. Ну, это столько есть... раз говорю. Даже фруктов. Чем больше жопа, тем вкуснее. Ну, это ж вишенка. Вишенка. Опять взял плохой арбуз. Ой. Все, упаковались, блин. Пойдем вон туда сходим, в обувную глянем, может, что-то новенькое есть. Может, те туфли есть, которые ты мерил. Люди закупаются, погода, слава богу, хорошая. Я просто люблю, когда тепло. Решили, девочки, съездить, покажу я вам наше море. Какое у нас замечательное море. Едем, вон черешню грызем. Съездили в обувной, в один. Нету наших размеров. То, что мы хотим. Другой съездили. Так, более-менее что-то подобрали. Но все равно
то, что хотели, размеров наших нет. Или маленькие, или большие. Самые ходовые все разбирается. Вот это, девочки, домик. Вернее, тут два домика мы хотели покупать. Но кто-то опередил нас. Ни одного соседа. Ничего. Тишина. Мы позвонили, а он нам говорит... В этот день я увидела, мы позвонили, и он нам говорит, все, все пропало, шеф, все пропало, уже продали. Заехали вот в такую деревню, Дурум. Дурум зовется. Тут очень много домиков сдают, кто вот приезжает, туристы. Тут баура, коровок держат. Поля сеют, о, блин. Тут заезжаешь, сразу запах такой. Ну, так живут в деревне. Коровки пасутся. Кстати, уже молодую картошку у нас продают вовсю. По ура. Они за сезон два раза, да? Не знаю. Наверное, сажают. Если уже есть. Куда нам ехать-то? Куда-нибудь. Туда, где все едут там. И мы едем. Море ушло, отлив. Приехали. Море ушло. Убежало. О, Господи. Убежало куда-то. Вот такая. Ой-ой-ой, как далеко ушло, уже за горизонт море ушло. Водичка прекрасная. Вот это вот кораблики рыбку ловят. Пошли вокруг, ходите туда. Куда? Или нам не выйти? А на море же вон туда идет. Ну, там же тоже выход, нет? Ну, пошли. Какие собаки. Мама дорогая, как им жарко, я представляю. Это что, якорь такой? Да. Якорек? Да, якорек. Моща. Да. Мощный ёк-макарёк. Якорек в смысле. Такая дура. Несколько тонн. Кошмар. Погода хорошая. Люди приезжают. Тут уже эти ресторанчики, в смысле, забегаловки. Да. Кто сюда ездит, деньги платит. Еще. А там, там пляж открытый. Потом там находится бассейн. Вот он, комплекс. Ну, короче, приезжают, загорают. Ветер сразу прохладненький, несмотря на то, что на улице жарко. Ветерок прохладный. Север, однако. Видите, вода ушла. Какая грязь, прям запах болота. Вон туда далеко, там люди ходят. Там все вода была. Лодочки вот стоят на мели. Отсюда не выйдут, пока вода не придет. Грязюка. А мужик купается. Где купается? Вот. Вот в таком мужик купается, да? Ну тут заходят по грязи, это и ходят, короче, дети бегают по грязи. Да, туда далеко вон идут. Видишь, как далеко ушло. Вот эти вот палки стоят. Они, вода поднимается. Их еле видно. И тут вон лодочки на грязи пузом пришвартованы. Ага, ходит по грязи. Ну давай, Сережа, пойдешь тоже. Снимай носки, ёк-макарёк. Чего зря приехал? Прими грязевые ванны. Что ты в кои-то веки на наше море приехали? Не хочешь? К
Тихо, мне убиться можно. Нормально он мужик себе принимает ванны морские. Че, пойдем сейчас потопчемся. Стара Лиза, блин, по тем каменюкам. Сейчас навернется и будет ей. Куда Лиза? Хоть и ножки помочить. Грызи. Там вон птицы какие-то, наверное, лебеди. В смысле, лебеди беленькие. Вот сейчас засет старую. Что будет рубить? Боже, боже. Подают. Вон, видишь, с детьми идут. Девочки загорают. Нехрен на ее маслы, смотри, вон на море смотри. Вон спуститься. А вон люди ходят тоже. По-русски разговаривают. Видите, как просто камни накидали и бетоном залили. Боже, боже, хоть бы не убыться. Вот так. Шли тоже в грязючку. Тепленькая грязь. Ракушки всякие. Вот крабик маленький, видите? Умер. Сережа, не хочешь это, башмачки мои, взять? Что-то тут оно так сильно скользко. Вон крабик лежит. Фу. Скользко, я могу упасть. Давай сюда. На. Вот такое дно. На, тихонько. Смотри, вот крабик лежит. Возьмем на обед. Ай, тут уже. Ну-ка потрогаем. Засас. Да какой живой он бы бегал? Смеешься, что ли? Угу. Ожил. Как скользко это вообще. Хоть бы не попасть вместе с телефоном. Аж чвакает все. О, блин. Сережа. Сережа, меня уже засосет по самой гланды. Куда пошел-то без меня? Хоть бы руку дал. Господи. Всякая живность в этой грязи. Сережа, подожди, ну не наглей. Че ты? Вон маленький крабик побежал. Малюська. Рыбки маленькие такие. Плавают. Вот их дырочка вытаскивают эти ктони. Всякие моллюски противные. Я такой не люблю. Дырочки. Как, девочки? Шикарно море. Шикарное. Ну, вон туда далеко люди ушли. Вечером вода придет, будет прилив. Маячок такой стоит. Кто? Ну, маленьких я видела. Ага, вон бегают они совсем. Ну, короче, вообще мельпиздрические. Вот он. Да-да, вон они ползают. Маленький крабик. Вон их сколько много. Короче, так вот. Даже не видно, где вода. Настолько далеко ушла там. За горизонтом, наверное, где-то. Мы вот столько прошли. Нет воды, убежала. Эти вот палочки натыканы для того, когда заходят яхточки и кораблики. Это их дорожка. Там глубже они швартуются туда, на свою стоянку. Люди ходят, вон далеко тоже ушли. Чего вы хотите грязюку мешать?
Будем надеяться, что это крабик. Где ты видишь? Вот, он живой. Кто-то крупный. Ну, имею в виду, что он живой. Их много живых. Дело в том, что там маленький, а это... Подрос. Да это птицы их долбят, видишь, он зажился. Вот это все, что погибли. В дырочках, это вот дырочки, это все, они тут сидят. Ракушечки. Чайки их долбят тут. А хорошо, да, что ветерок прохладный. Не жарко. Не, ну прохладненький от воды. Не знаю, не нормально. Вон еще один побежал. Вообще сильно много. Камера не берет просто самых мелких. Мальков много. Вода где-то там за горизонтом прям. Она приходит, даже мы приезжали, когда вода мутная, грязная. Ну, видите, какое дно грязное. Где оно вот чистая вода? Девочки, вспомнила детство, когда дождь пройдет, гроза, по канавам лазили. Идешь по этой грязи, и эта грязь сквозь пальцы вылазит. Фу, противненько как. Ну, ничего, пилинг. Милинг делаем для ног. Вот ракушка валяется. Ой, до воды идти еще, когда Китая. Но плечи, я вам хочу сказать, уже ничего так пригревает. Загорает плечо. Будем возвращаться, чую. Вон, ползет крабик. Квачает так. Вот так-то на море побывали. Да, Сережа? Прикольненько. Глины сейчас наберем, Сережа. Будем маски дома делать. Слышь? Да. Поди лечебная. Да. Хоть бы не убиться. Вот так, на той стороне там вон уже лежаки и всю такая территория для отдыха. А здесь так, бесплатно. Там то же самое море. Ой, хина змея запускает. Здоровый. Поднять надо его в небо. Сверху ветер сильней. Давай, взлетай. Потихонечку поднимает его в небо. Все поднимается. На той стороне там уже кемпинг-пляц, машинами приезжают. И сегодня там для детей всякие батуты надули, праздник сделали для детей. Люди вон с детками едут, в тачки их понасаживали и едут в грязючки поковыряться, на солнышке полежать. Отдыхают, потому что неизвестно, когда еще хорошая погода будет. Ну ничего, так народу много. Вот в бассейне много народу. Отдыхают. Вот сюда туристы приезжают. Здесь очень много сдается домиков. Тут ресторанчики. Магазинчики.
Так что хочет посмотреть Северное море, приезжайте. Решили погрелить не на балконе, а на даче. Сережа сказала, жарь мясо, нет. Батяня. Батяня поджаривает. Нет, поможет, поможет. Смотри, папка пузо поджарится. Чего это? Вон то еще курица и тут что? А вон еще стейки. Да, да, да. Сейчас. Отдай Сереге, Сереге эту. О, да. Тебя а сын. Это снимай. На, на. А это вот, порнографию. В Турции же пропустил? Да. Сидел с тобой. Да. Так я уже салатик сделала со свежей капусты. Сейчас будем. Уже, блин, не обед, это уже ужин. Хорошо в деревне летом. Все, девочки, вечереет. Идем домой. Наелась, напылась. Под завязку. Уже мясо наелись. На полгода вперед. В голодухе, видать. Теперь домой птички чирикают, погода замечательная. Так бы хотя бы еще пару недель постояла, но в понедельник стоит уже гроза.